Привет, представься, пожалуйста. Сергей, игрок команды Real Salt Lake. Как игра, как настроение? Настроение боевое. Игра получилась достаточно, скажем так, упрямая. И с той, и с другой стороны была борьба. Очень много, скажем так, мужской борьбы было в этой игре. Я считаю то, что ничья – это в целом закономерный итог. То есть ребята, команда сильная, молодцы, как бы. Пиво, берите сигареты и пойдем. Вот, да. У нас уже договорились праздновать уже, все. Все. В общем, следующая игра будет. Будем, получается, уже играть больше на победу. Вот, сейчас с результатом довольны. А были ли моменты в игре, которые запомнились больше всего? Да, на самом деле много было разных моментов. Я сейчас даже не вспомню чего-нибудь такого интересного. Вот. Много борьбы было. И как судейство? Отлично. Стэн молодец, отличное судейство. Вопросов нет. Спасибо. Все.